выпала эта штучка из пакетика, потому что я как бы распечатывала, ну, втыкала в розеточку на базе Озон. Самое прикольное, что вот этот вот пакетик был так завязан, что проводочек был как-то отдельно. Ну, как бы пакетик был завязан на завязочку, и в одну дырочку проводочек был всунут, а в другую дырочку все остальное. Ну, так, поросёночка мне напоминает. Я вчера сидела и в поисках, ну, чисто разгрузить мозги надо было, в поисках всяких разных аниме, ангоингов, неангоингов, искала что-нибудь, там был один поросёночек. Причем в озвучке это было как-то так сказано, ну, детёныш вепря. Вепря. Как-то так было сказано, что я думала, что послышалось мне именно как маленький ребенок попал в ямку. Смотрю, а там этот такой волосатенький, думаю, может, какое-то животное ребенком обозвали, ну, маленькое животное. Оказалось, вообще-то маленький детеныш вепря был. Вепря. Как-то так. О, тут, кстати, зеленая зеркальная, пардон, крышечка, я так на себя смотрю. Я такая-то прям в кривое зеркало попала. Там вон камеру видно. Прикольно. Короче, вот так вот пакетик. Как бы у меня есть возможность сегодня, да, в ней можно сделать за 6-8 часов йогурт. В ней этот, ну там в инструкции по применению сказано, то есть она 20 ватт потребляет только. У меня как бы даже есть какие-то бактерии, которые могут сделать йогурт, а еще есть у меня сметана козья и молоко козья. Ну, может, одно с другим смешать, и будет мне йогурт. И что-то еще хотела сказать и забыла. Провод.